Всем привет, с вами Сюзанна, и сегодня в этом видео я буду отвечать на ваши вопросики, которые попросила задать в сторис в моем инстаграме. На самом деле вопросов было очень много, наверное, несколько тысяч, но я выбрала самых интересных 75 штучек. Надеюсь, ребята, чьи вопросы не попадут в сегодняшний ролик, не обидятся, потому что ответить в одном видео на такое огромное количество вопросов просто невозможно. Но, знаете, 75 это тоже, как мне кажется, немало. Ну а на фоне, чтобы вам не было скучно, я буду раскрашивать акриловыми красочками на холсте свой артик на Сайтаму из Ван Панчмена. Я его рисовала впервые, да еще плюс на таком большом формате, старалась сделать похоже, ну вот как вышло. Итак, ребят, сначала хочу сказать вам огромнейшее спасибо за то, что вы так активно задавали вопросы, и сейчас я буду на некоторые из них отвечать. Самый часто задаваемый вопрос – это «Ты ходила в художку?» Нет, я ни одного дня не ходила в художку, хотя некоторые мои подруги ходят. Какой жанр аниме тебе нравится больше? Ну, конечно же, я больше всего люблю яойные анимки, но еще меня привлекает жанр спорт. Твой любимый скетчбук. И вот этот самый скетчбук, мне нравится в нем все. Качество страничек, формат, конечно же, обложка. Кстати, это наклейка, обложка изначально была просто черной. Он относительно новенький, но нравится мне больше всех, что у меня есть. Чем больше всего любишь рисовать? Ну, наверное, я отдам предпочтение простому карандашу, потому что если что-то не так нарисовал, то можно просто стереть. А если рисовать, например, сразу ручкой, то если запорол, то уже запорол. Сложно ли делать заказы манги из Японии? Дорого обходится доставка? Ну, насчет сложности я ничего не могу сказать, потому что напрямую из Японии заказываю не я, а человек, который этим занимается. Я лишь ищу на японском сайте товар, который мне нужен, а все остальные действия уже делает сам продавец. А насчет доставки все зависит только от цены и размера товара, который вы хотите приобрести. Ждешь экранизацию до 10? Конечно, я, наверное, этого больше всего жду. Мне безумно интересно, как же Куросси и Широта не будут выглядеть в анимированном стиле. Потому что манга и аниме внешне очень отличаются, и я надеюсь, что анимешка не подкачает с рисовкой. Думала сделать видеоурок. Я считаю, что мой скилл рисования пока что довольно-таки низкий, и учить своим ошибкам я никого не хочу. Да и лично мне по видеоурокам каким-нибудь очень сложно научиться рисовать, я просто рисую сама, и с каждым разом получается лучше. Почему ты решила снимать видео на YouTube? Изначально было это из-за интереса и хотелось поделиться своим увлечением, на тот момент это были куклы, чтобы собрать больше людей, которые тоже этим интересуются. Почему больше интересует манга? Потому что изначально выходит манга, а потом уже по ней снимают аниме, и зачастую в аниме пропускают много важных событий. Хотя иногда сама рисовка в аниме бывает лучше, чем в манге, это уже более спорный вопрос. Обмениваешься мангами с друзьями, в смысле, даешь им почитать? Нет, 100% ни в коем случае. Это не из-за того, что я жадная, просто у меня все должно быть в идеальном состоянии, особенно если это вещь с моей коллекции. Как мы знаем, многие люди относятся к вещам не очень аккуратно, особенно если это не твоя вещь. В общем, я уже научена этим, потому что иногда люди даже не возвращали одолженные им вещи, поэтому нет, спасибо. Какое твое любимое аниме? Самое мое любимое аниме это «Изо всех сил» или же «All Out». Оно идет с жанра спорт и с такими небольшими намеками на сёнинай. И вы понимаете, что это просто идеальный вариант для меня. Тебе нравится длинноволосый Эрен? Довольно-таки интересненький вопросик. Честно сказать, когда я впервые увидела Эрена с длинными волосами, да еще и со щетиной, я просто офигела. И не в хорошем смысле этого слова, потому что это было полное разочарование. Просто я привыкла видеть 15-летнего Эрена с короткими волосами, а тут хоба резко бац, ему 19, и он какой-то взрослый мужик. Но потом я стала привыкать, и мне сейчас кажется, что этот образ ему очень идет. Особенно, когда его лицо побрито и волосы собраны в хвостик. Аниме или манга? Знаю, многие анимешники, наверное, пересмотрели прям все анимки, но лично я выберу мангу.
Я безумно люблю читать разную мангу, и не только яойную, как всем почему-то кажется. Твоим родителям нравится, как ты украсила комнату мангой и плакатами? Ну, насчет слова «нравится» я ничего не могу сказать. В принципе, они не против, потому что это моя комната. Если бы я заклеила стены, например, в зале, это уже другой разговор. Сколько лет ты рисуешь? Я рисую чуть больше, чем 2 года. Что тебя вдохновляет на новые рисунки и какие самые любимые блогеры? Чаще всего меня вдохновляет музыка, особенно если это какой-то новый трек, который я недавно нашла, и он мне прям очень понравился. Вот тогда у меня вдохновение просто прет, и я, слушая данный музончик, что-нибудь рисую. А из блогеров я чаще всего смотрю Брайана, Мамикса, Ред21, Яцка Боровского, особенно когда ем, это вообще топ. Ну а так, я много кого смотрю, особенно когда есть свободное время. На Ютубе очень много разных каналов, и каждый найдет себе по вкусу. Как относишься к тем людям, которые не уважают чужие интересы? Знаете, если они не уважают молча, то я к ним никак не отношусь, а если уже начинают что-то доказывать или же оскорблять, то, конечно же, негативно. Почему ты выбрала именно этот стиль рисования, а не какой-либо другой? Ну, потому что мне нравится аниме, и, соответственно, мне хочется рисовать именно в аниме-стиле. Возможно, когда я чуть-чуть подниму свой скилл, я буду пробовать рисовать в более реалистичном стиле, но пока что так. Топ-10 самых любимых аниме. Так, думаю, это All Out, Атака Титанов, Угроза для парня номер один, Тиран, который влюбился, Хочу быть отцом, Денег нет, ну или же нет денег, Чистая романтика, Любовная сцена, Больше, чем возлюбленные, и пусть будет Yuri on Ice. Да, большинство из них это Яой и Сюнинай, но вы же знаете меня, да? Как ты относишься к тому, что произошло в 119 главе «Атаки Титанов»? Ребят, мой любимый персонаж — это Эрен. Вы представляете, как мне больно? Следующий вопрос. Почему ты рисуешь только парней? Потому что мне нравится рисовать парней. Я не знаю, как это описать, но некоторым, например, нравится рисовать девушек, либо же каких-то животных. Мне вот парней. Где ты покупаешь мангу? Ну, вообще, в разных аниме-магазинах именно в моей стране, в которой я живу, также есть несколько магазинов в моем городе с мангой. Как ты повышала скилл? В чем твой секрет? А секрета никакого нет. Я просто рисовала, долго и упорно рисовала. За моими плечами много разных скетчей. И вот спустя 2 года я добилась такого результата, который имею сейчас. Какую мангу сейчас читаешь? На самом деле я читаю очень много чего за день и подписана на огромное количество выхода разных манг. Но если ответить так, то последнее, что я прочла за сегодня, это была новая глава «Прогулка по воде». Тебе кто-то нравится сейчас? Да, мне нравится Эрен. Все. И, кстати, ко мне едет офигенная фигурка Эрена, так что скоро будет распаковочка, ну или типа того. Как создавала своего персонажа? Люблю тебя. Спасибочки. Знаете, мой Франклин был создан просто с горем пополам. Я буквально выжила из себя его образ. У меня на тот момент было ужасное настроение, и почему-то мне захотелось придумать своего персонажа. И через несколько тяжелых часов я это сделала, и мне результат понравился. Какие любимые аниме не из Яоя и какие вайфу? Так, мне нравится «Очень приятно, Бог», «Президент студсовета горничная», «Я требую Яоя», но это не Яойное аниме, но и «Конфликт братьев». И моя единственная, самая любимая вайфу – это Риричио из «Лис и я» из «Секретной службы». Твоя самая любимая манга и манхва? Мне кажется, это никогда не изменится, и из манги я буду всегда любить до 10, а из манхвы убить сталкера. Следующий вопросик – когда новая распаковочка? Сейчас я жду 2 посылки, но они обе придут уже к концу августа. Возможно, до этого времени я еще что-то закажу, но это не точно. Сколько по времени ты обычно рисуешь? Это все зависит от сложности рисунка. Могу сделать скетч за 10-15 минут, а раскрашивать уже несколько часов. Самый любимый аниме-магазин. Но именно магазин – это сквозняк, а так чаще всего я заказываю в группе ВК. Твои любимые манги. Если я начну перечислять все мои любимые, то это займет год. Ну а так это до 10, Атака Титанов, Ван Панч Мен и Стальной Алхимик.
а еще «Странники» и все произведения Харады и Такеру Миками. Охарактеризуйте себя в двух словах. Ребят, я просто подвальный ящик. На самом деле это выражение очень сильно связано со мной, и только некоторые поймут почему. Ну а мы продолжаем. Собираешься ли ты снимать рум-тур? Да, собираюсь. Ко мне вот-вот должно приехать кое-что, чего так сильно не хватает для моей комнаты, вот тогда я уже и сниму нормальный рум-тур. А пока что остается только ждать. Есть ли у тебя брат или сестра? Да, у меня есть двоюродный младший брат и двоюродная старшая сестра. Назови топ-5 манг, которые стоит прочесть. Но, ребят, это дело как бы индивидуального, у каждого человека разные вкусы. Но лично я советую то, что подойдет в принципе всем, это «Атака титанов», «Токийский гуль», «Моя геройская академия», «Тетрадь смерти» и, скорее всего, это «Fairy Tail». Рисуешь ли ты на заказ? Нет, пока что за такие работы я не берусь, потому что не считаю себя хорошим художником и боюсь не оправдать чужих надежд. Планируешь ли еще создавать своих персонажей помимо Франклина? Да, планирую. Сейчас у меня как раз есть персонаж в разработке, но из-за нехватки времени это все длится очень долго. Собака или кошка? Однозначно я выберу собаку. Сюзанна, симпатизирует ли тебе Леви из «Атаки титанов»? Леви очень интересная и сильная личность, мне он нравится как персонаж, но я не фанатею от него. Франклин бисексуал, что за мужчина спас его и почему именно рыжий цвет волос? На первые два вопроса я вам не отвечу, потому что это будут спойлеры, а насчет цвета волос мне просто нравятся рыженькие пассивы. Довольно-таки провокационный вопрос, как относишься к тому, что Эрона многие не любят? На самом деле, мне абсолютно пофиг, кто там его любит, кто не любит, самое главное, это как я отношусь к нему. Я думаю, если вам нравится какой-то персонаж, то какая вообще разница, кто там его не любит? Ну а когда его оскорбляют где-нибудь, то промолчать я не могу. Ты любишь своих подписчиков? Конечно, ребят, люблю, потому что без вас я бы и не снимала видео, просто не для кого было бы. С каждым я стараюсь общаться, потому что это очень интересно, так много новых знакомств и общих увлечений. А следующий вопросик, кого же я выберу, Бума или Сану? Ну, ребят, тут уже очевидно, я выберу Бума. И вопрос немного посложнее, Эрон или Бум? Ну вот как, это же, блин, два моих любимых персонажа. Но все-таки больше я люблю Эрона. Извини, Бум. Какую мангу ты читала впервые? Самая первая моя манга это было до 10. Есть ли друзья яойщики? Да, есть, но только интернет-друзья, к сожалению, в жизни таких уже не осталось. Хотела бы забыть КС, но потом прочитать опять. Вот честно, прям 100% нет, столько боли, сколько я пережила, я не хочу заново это все ощутить. Какая у тебя любимая не яой пара? Ну, наверное, самое любимое это Соши и Риричо. Хотя есть еще парочка, но этих я люблю больше всего. Когда новый обзор на скетчбук с рисунками? Думаю, где-то через месяц, чтобы к этому времени заполнить его немножко больше. Какой любимый персонаж в аниме «Хвост феи»? Пока что я прочитала только 2 тома этой манги, и мне больше всего нравится Нацу. Сколько сейчас у тебя томов в манге? Специально для этого видео я пошла все пересчитала, и не считая всяких яойных дадзинси, ранобэ, всяких сборников, артбуков, у меня 283 тома. Но это именно в штучках, потому что в некоторых мангах есть и по 2 тома, и некоторые считают их именно за 2. Вот такие дела. Почему Франкенштейн 2014? Потому что Франкенштейн является моим любимым персонажем из Monster High, а в 2014 году я создала свой первый канал. Вот и все. Есть ли у тебя любимый праздник? Да, Новый год. Это время самое атмосферное и теплое для меня, несмотря на погоду за окном. А какой манги ты мечтаешь на данный момент? О, хочется еще много чего приобрести, но больше всего хочу 6-й том манги до 10 на японском. У меня есть как раз 5, и не хватает последнего, заключающего 6-го. Как ты смогла придумать Франклина? Обожаю твои работы. Спасибо большое за комплимент. Франклин родился из моей депрессии, и плюс первая часть рассказа тоже не очень хорошая. Вот так вот бывает, можно рисовать и с плохим настроением.
Сколько стоила Докимакура с Ривай-саном и Эреном? На момент покупки я ее заказывала за 800 гривен, это примерно 2000 рублей. Насколько сильно ты любишь Эрена? Расскажи поподробней. Да, там слово поподробнее, если что. Знаете, когда тебе сильно нравится персонаж, ты заходишь в аниме-магазин и тупо ищешь все с ним. И мне пофиг, что это будет за вещь. Если она будет с Эреном, то она мне очень нужна. А еще, если зайти в ленту моего инстаграма, то каждый предложенный третий пост будет с Эреном. А еще у меня в подписках аккаунт с Эреном, хотя я мало на кого подписываюсь. В общем, куда ни глянь, везде Эрен. Так, ладно, снились ли тебе персонажи из аниме? Честно говоря, я бы не взяла этот вопрос, если бы мне недавно не приснился такой сон. Мне приснилось, что меня и мою подругу учил Пиксис из Атаки Титанов пространственному маневрированию. What the fuck? Это было реально круто. Вот побольше бы таких снов, а не какой-нибудь херни. Кстати, напишите в комментариях, а вам снилось что-то подобное? А мы продолжаем. Какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет – это голубой. Лучшая романтика или без нее? Ну, если это яой, то, конечно, с романтикой. А так, я не очень люблю романтические отношения. А так, не из яоя, я читаю только сёнин, где нет никаких отношений. Когда продолжение биографии Франклина? А чтобы выпустить продолжение, мне нужно доделать второго персонажа, и я постараюсь в скором времени это сделать. Не могу сказать когда, но в этом году, окей? Какие любимые пэринги? Для меня просто канон Широ Таникуроси, Бунка Сану, Кюджин Чио, Хиджиката Гюнтоки, Крейг Дин и Алекс с Дангюном. Какую мангу ты купила самую первую? Впервые побывав в аниме-магазине, я купила себе сразу две манги. Это «Бескрайнее синее небо» и «Неоновая вывеска цвета янтаря». Можно нарисовать для тебя арт? Да, ребят, конечно же можно. Кстати, многие это уже делают. Мне очень приятно видеть, когда вы стараетесь что-то рисуете. Я всегда лайкаю ваши работы и комментирую. Также, если мне прям безумно понравится, то могу выложить к себе в сторис. Поэтому, если рисуете свой артик, то, пожалуйста, не забудьте меня отметить, чтобы я это точно увидела. Следующий вопрос. Топ-3 любимых персонажей аниме. Но именно из аниме я просто обожаю Эрена, Сайтаму и Гинтоки. Есть ли мысли о создании мерча? Да, конечно же, есть такие мысли, но для хорошей картинки нужно купить хотя бы графический планшет, ну или научиться рисовать на компе. Поэтому с данной идеей я пока точно не определилась, но все возможно. С кем бы ты встречалась из своих любимых персонажей с аниме или манги? Ребят, мне сейчас кажется, что все просто скажут: «Пф, конечно же, с Эреном!» И я говорю: «Да, конечно же, с Эреном!» Что тебя больше всего бесит в аниме? Ну, бывает, конечно, много разных моментов, например, озвучка такая себе. Это, конечно, от самого аниме не зависит, но все же не очень приятно слушать с плохой озвучкой. Но вообще это медлительность, когда персонаж смотрит несколько минут в одну и ту же точку. И ты думаешь: скажу-ка я себе чай заварю, как раз он надумает, что же ему сказать. Твой идеальный тип взрослых мужчин. Это довольно странный для меня вопрос, я об этом даже как-то и не думала. Но если выбирать между взрослыми аниме-мужиками, то для меня просто идеальный вариант – это Гинтоки Саката. Он просто прекрасен. И сейчас я имею в виду только внешность. Если бы выбирать между Атакой Титанов и Токийским Гулем, какую бы выбрала? Просто без раздумий, это Атака Титанов. У тебя свои или наращенные ногти? Свои, я никогда их не наращивала, потому что они от этого портятся. Почему тебе так нравится убить сталкера? Потому что из этой манхвы мне очень нравится бум и такая темная, жесткая атмосфера, когда в любой момент может произойти такой трэш. Мне нравится, когда во время прочтения ты чувствуешь такое напряжение. И, конечно же, эти коронные синячки под глазами. Оценивают ли твои рисунки родители? Ну, конечно же, папа иногда просто смотрит, а мама вот подправляет, если что-то не так. Я часто косячу с рисунками, и она иногда проходит и говорит: «Воу, что ты творишь?» И начинает мне говорить, что же я там неправильно нарисовала. И если я ее не послушаю, то мы можем поссориться. Вот такие дела, маму надо слушать. И последний вопрос на сегодня. Ты смотрела Ван Панчмена?
Аниме я не смотрела, но планирую, зато я прочла 10 томов этой манги. И как раз вы видите, что я рисую Сайтаму, он мой любимый персонаж. Фух, ребят, наконец-то мы закончили, это было очень долго. Надеюсь, вам хоть немножечко понравилось это видео и было интересным. Также рисунок, над которым я очень старалась, потому что впервые рисую на холсте, для меня это было трудно. Да и я редко практикуюсь с красочками, поэтому вдвойне сложнее. Если вам понравилось подобное видео, где я буду рисовать и отвечать на ваши вопросы, я могу сделать вторую часть, только напишите об этом, хотите или нет. Ну а на этом все. Огромное спасибо за просмотр, встретимся в следующем видео и пока-пока!